В этом видео я подниму тысячный уровень в игре Фасмофобия. И в честь этого я решил сделать необычный такой забег по всем маленьким картам. С каждой игрой я буду постепенно увеличивать уровень сложности. И начнем мы с любителя. Будет любитель, среднее, профессионал, кошмар. И потом я хочу попробовать Апокалипсис 24X, потому что многие уже давным-давно просят. Но я сделаю по одной катке, поэтому там получится, не получится. Апокалипсис я не буду челлендж сам делать, то есть на Санимидос я не пойду, но на маленькой карте просто поставлю 24x челлендж. Итак, сложность сейчас у нас любитель получается, то есть все экраны доступны, 5 минут на расстановку оборудования, и как бы, ну, пора бы включать все свои навыки, что я приобрел, все свои знания, что я узнал за 1000 уровней. Ой, свет включен, так непривычно. Так, кость, ладно, сразу заберу. Окей, он потрогал дверь, я слышал, где-то здесь, или мне показалось. Да, здесь, ага, отпечатки МП5, хорошечно. Так, может быть, призрачный огонек будет, ведь такая комбинация у нас присутствует, да, или не присутствует? Присутствует, это будет Абака, ага. Итак, призрачного огонька я не вижу, ни здесь, ни здесь, нигде не вижу, окей. Значит, наверное, это не Абака. Вот это прикольно. Вот это призрак сразу нам дал знак. Неплохо. Ну ладно, что ж. Значит, раз это не Абака, то тогда я бегу за другими шмотками. Что это может быть? Запись в блокноте. Могут быть минусовая. Может быть призрачный огонек, да? Радиоприемника не может быть, поэтому радиоприемник мы не будем брать. Значит, лазерный проектор. Запись в блокноте. И что еще? И все, в принципе. Ну и термометр, записи в блокноте и лазерный проектор, да. Самое долгое тут, наверное, будет выяснять Мюллинга, потому что у него записи в блокноте. Но, в принципе, нам не страшно, призрак и так не может сейчас начать охоту в течение 5 минут. Так еще и плюс ко всему. Хотя, в принципе, я мог бы сейчас как бы и начать охоту, наоборот. Но мне кажется, я быстрее получу третью улику, последнюю. Так, ну, лазерного проектора я не вижу. Может быть, он будет. Может, он призрак, кстати, может быть, вообще не в этой комнате. Ну-ка, подожди. Здесь он? Нет. Не здесь? Здесь? Нет? Ага. В гараже, что ли? Тут температура высокая, в принципе, не знаю. В гараже? Нет? Да? А? Нет, не в гараже. Хорошо, наверное, просто комната еще не охладилась. Так, ну-ка дай отпечатки гляну. Отпечатки обычные, значит, все-таки, думаю, не Абака. Так, ладно, переложу вот эти штуки все. Давайте сгоняю за другими. Еще раз проверю призрачный огонек, мало ли что. На всякий... О, ага, записи в блокноте, это Мюллинг. Хорошечно, что ж. Мюллинг, так Мюллинг, погнали. Ну, я не буду сейчас выполнять никакие задания, потому что Стивен До, ага, дело 856, потому что тут все равно награда не такая большая, типа, и оно того не стоит на любительском уровне сложности. На профессионале, вот кошмаре, я уже попробую выполнять задания какие-то. Итак, $80, погнали, значит, давай по порядку. Эджфилд теперь будет у нас, средний уровень сложности. Это получается на Willow Street мне придется играть 24x. Нет, давай я на Эджфилде сыграю 24x, а сейчас пойдем на Риджвью. На Риджвью, погнали. Потому что на Эджфилде, объясню почему. 24x я не особо фанат, потому что там 50% скорости игрока. Это очень медленно. Я люблю более, типа, динамичный геймплей, и, в общем, поэтому я, ну, и не фанат, собственно, 24x челленджа. Вот, и плюс, учитывая то, что есть куча карт, как вот, например, вот эта Ridgeview, где километр идти просто от фургона для дома, и только в доме уже какие-то, да, типа, точки интереса, там всякие происходят действия, и все такое, опа-на. Снова призрак мне дал знак, так, подожди-ка, ага, он что, здесь, что ли? Стоп, или это был, где это был знак? Это был знак, наверное, в подвале, да? Нет? Нету? Ничего не слышу, не вижу. Так, опа-на, походу он в этой комнате. Так, у меня же есть свет, света нет, подожди, он вырубил свет, вот это прикол. А, не-не-не-не-не, это же новый уровень сложности, это получается свет выключен по умолчанию. Так, щиток здесь, включаем, окей. Так, ну призрак у нас, судя по всему, именно что вот в этой комнате находится. Так, ладненько, у нас зеркало в любом случае, мы можем как бы проверить, если что, вдруг что, вдруг там кого. А, ну давай, огонек чекну, мало ли это огонек, будет тогда очень легко отслеживать призрака в его перемещениях, там где он будет. Ой-ой-ой, страшно, блин, активный. Чуть-чуть активный. Так, у меня обсадился рассудок. Мы можем, в принципе, узнать до скольки, потому что у нас доска есть, это хорошо. Ну, доска активности. Так, давай врублю здесь свет. Там мы, кстати, прятаться не можем вот в этом вот месте. Ну, хотя я не особо фанат-то, в принципе, этого места. Ну, ладно. Так, это гост-ивент, это не МП5 у нас. Вообще, в принципе, по доске активности. Ага, я думаю, что это не они.
Хотя, стоп. Но если считать, что на 15%, а не на 10%, просто оно скачет. Ну, окей, это был не поющий густувент, так что банши тут, типа, вычеркивают смысла. Ну, то есть, если бы это была банша, это был бы поющий густувент, то она бы тоже сильнее обсадила рассудок. Вот. И они сильнее обсаживают рассудок от густувента. Но мне казалось, мне кажется, если бы это был они, то намного сильнее бы у меня обсадился рассудок, так что я думаю, что это не они все-таки. Ну, в любом случае, сейчас мы это уже очень скоро узнаем. Так, ты старый, ты молодой, сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Ага, old, как обычно. А, о, включил свет, это не Мара. Радиоприемник, это не Мара. Значит, отпечатки чекнуть можно здесь? Или нельзя? Можно. Это отпечатки. Ага. Полтергейст, фантом, мимик. Призрачного огонька я не видел и не вижу до сих пор. У фантома лазерный проектор, у полтергейста запись в блокноте. Правильно я помню, да? Я думаю, что правильно я помню. Лазерный проектор, да, у фантома запись в блокноте, да, у полтергейста. И минусовая у мимика. Но у мимика, помимо минусовой, еще и призрачный огонек есть. Так что, смотри, я сделаю такой вывод. Я скажу, что это полтергейст. Потому что запись в блокноте мы... ждать нам долго. Лазерного проектора я типа не вижу. Хотя, может, я ошибаюсь, может, он где-то переместился немного. О, а, лол. Ага, окей, понял. Это запись в блокноте. Я был, в принципе, прав. Я подожди. Ну, я же сказал то, что это полтергейст, или я запнулся и сказал то, что это этот. Ну, то есть, ну, короче, да. Это полтергейст, погнали. Так, оба-на. В принципе, ну, активничал, швырялся неплохо так в самом начале, поэтому полтергейст ведет себя как полтергейст. Все нормально, все отлично, все работает, спасибо. Вот, полтергейст. Итак, двигаемся дальше. И вот начинается уже интересная штука. Ладно, Willow Street я сыграю на кошмаре, пожалуй, окей. На профессионале сыграю Графтон. Итак, 1001 уровень у меня уже. Профессионал, Графтон Фармхаус, поехали. Начинается уже чуть-чуть сложнее. Ну, типа, профессионал, по сути, не то чтобы супер сильно отличается. Единственное, что, конечно, призрак может сразу начать охоту. Но это маловероятно. Единственное, это может быть демон, банши, анрё, если у тебя вдруг свечка там будет в руках, ты свечкой пойдешь в дом, и он затушит ее 3 раза и сразу начнет охоту. Но это как бы, ну, конечно, сами понимаете. Это не карты. Так, ладно, погнали туда. Значит, здесь у нас, где у нас щиток, нужно включить. Вот самая жесть начнется, конечно, с кошмара. Ну и, естественно, апокалипсиса. Потому что пока что у нас все 3 улики, как бы все на свете. И, то есть, ну, да, типа того. Опа-на, подожди-ка. Он открыл дверь и открыл, походу, ее на первом этаже. Потому что я так считаю. Потому что я так считаю. Кто? Ты? Да? Я? А что? Так, врубаем свет. Вот эту дверь... Нет, он... Ага. Он открыл дверь не на первом этаже? Или, блядь, или подожди, чё? Или все-таки на первом? Так, ну-ка, подожди. Эта дверь закрыта, это открыто. Но отпечатков здесь я не вижу. И МП тоже пропала. Дай мне знак, дай мне знак. Интересно. Так, интересно, интересно. Просто звуки были как будто справа, но... О, подожди. Где-то здесь он потрогал дверь только что, отвечаю. Вот, вот эту. Да, я же говорил. Так, а ну-ка, тут нету ничего. Ага, значит, видимо, он вот эту дверь потрогал, но пока я добежал, уже прошло все на свете. Так, он что-то швырнул. Он что-то швырнул только что. А что? А фиг его знает что. Ага, потрогал дверь еще раз. Ну-ка, МП2. Отпечатки. Отпечатков не вижу. Хорошо, значит, чекаем огонек призрачный. Я его не вижу. Может, он за дверью спрятался. Я не вижу огонька. Ничего нет. Ага. Гост-ивенты опять. Ну, скорее всего, это не тень. Ну, впрочем, ладно. Так, может быть еще призрак здесь, либо вот в коридоре, в принципе. Ну, ну хз, конечно. Это менее вероятно уже все-таки, но попробуем, посмотрим. Так, ну здесь огонька тоже не вижу. Ага, и здесь тоже не вижу. Ведь да? Ведь так? Ведь да? Ага, ну да. Ну, в принципе, да. Окей, ладно. Значит, призрак у нас, сделаем вывод такой, что в этой комнате. Побежали. Так, я беру тогда, ну, как обычно, вот это, вот это, вот это. И, кстати, да, проклятый предмет у нас, наверное, либо доска, либо кукла Вуду, либо круг. Потому что у нас нету музыкальной шкатулки, карт Таро и зеркала. Зеркало вот здесь спавнится. Его нет? Да, нету. Ну, давай попробуем потрындеть с ним. Так, опа, опа. Ты старый, ты молодой, сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой, сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый? Так. О, олд, ответил. Окей, прямо во время гост-ивента, хорошо. Не придется нам входить в него. Снова поющий гост-ивент. Может ли это быть банши? Не может. Может быть мимик, копирующий банши. Окей, ушки.
Так, я бы вот что сделал. Я бы прямо сейчас тебе перенес вот сюда вот лазерный проектор твой. Лазерный проектор и, короче, вот это все. Так. А, давай, смотрим. Огонек? Не вижу огонька. Ничего не вижу вообще. Ну, два поющих густовента было, конечно, интересно подряд. И вот по красоте, ну, ладно. Это ничего не значит, Так, потрогал дверь какую? Именно? Вот эту? Да, именно что эту. Окей, отпечатков нет. Ну, снова поющий густовент. Так, подожди. Снова поющий густовент. Но это не может быть. Это никто не может быть. Горё не может быть, да, не может быть. Блин, подожди-ка. Очень интересно. Может, он здесь все-таки? Ну-ка. Мне бы термометр вот сейчас не помешал на самом-то деле. Ладно, я сделаю тогда, я поменяю немножко свое мнение и скажу, что призрак скорее в этой комнате. Пойду, короче, за другими штуками. Очень сильно он делает гост-ивенты, но это не может быть ни они, ни банши. Он очень сильно делает гост-ивенты. И мой рассудок, кстати, это очень похоже, знаешь, на какого-нибудь бибика, который копировал бы банши, но нет. Это может быть Морой, который, кстати, меня проклял сейчас. Это может быть Диоген, но в принципе у нас все на свете есть. Так, подожди, это не отпечатки. А нет, подожди, это не может быть мимик, потому что отпечатков нет. Если бы это был мимик, копирующий банши, то отпечатки бы были. Призрачного огонька также не было. Минусовую мы пока что не нашли. Я сделаю вывод, что это, скорее всего, Морой. Мне реально кажется, что это Морой, который проклял меня, потому что мой рассудок очень уж сильно как-то обсадился. Неплохо так. Что у меня за задание? Ага, сбежать, свеча и 25 рассудка. Ну, это изи. Так, термометр мой, скажи мне, где комната? Скажи мне, где комната призрака? Я пока это все здесь расставлю, ну-ка. Термометр, не подведи меня, скажи мне, что комната призрака все-таки здесь. Или она здесь? Нет. А, да, ага, или нет? Так, это не доска? Ага, комната призрака, видимо, все-таки да, все-таки здесь. Окей, а что он тогда вышел сюда? А вот непонятно, ага. Берем все на свете и приносим сюда. Бамс. Кажется, у нас только радиоприемник. Не прикольно. Опа, вырубил свет. Неплохо ты сделал. Так. Может, МП5 будет, кстати? Ну-ка. Ага, МП2 всего лишь. Ну окей, это не похоже в том числе на МП5. Как раз-таки у Мороя нету МП5. У Мороя запись в блокноте, да, и минусовая, да? Запись в блокноте и минусовая. Да. Ну и есть еще Диоген, у которого лазерный проектор. Так, давай посмотрим. Что, огонек? Блять, зачем? Да не знаю, ну взял уже, посмотрю, добрый. Так. Лазерного проектора я не вижу, блин. Либо я невнимательно, вообще я немножко невнимательно, так скажу. Так что не обессудьте, если вдруг... Температура! Температурочка! Температурка! А ну спадай! А ну быстро спадай! Я не понял. А кто это в моем холодильнике? Так, я не понял. А что за приколы? Ну чел. Ну ты шо? Ну ё-моё, ну ты шо? Так, где в итоге призрак? Ага! В конечном итоге призрак у нас оказывается в этой комнате. Я вас понял, я вас принял. Не надо меня принимать. За кого вы меня принимаете? Я вас принял просто за принятие. Принятие вас как человека. Принятие вашего характера. Моего, твоего. Все правильно, да? Ага, угу. Ну хорошо. Так, опа. Что он еще потрогал? Что-то еще потрогал, но я вот это уже вот не понял. Вот этого уже прикол. Ой, 2 градуса было. Ой, как красиво-то. Сейчас будет минусовая. Ща. Ну ладно, 2 градуса это не 0,1. Так что... Ой, а 1,2 это уже почти 0,1. Так что ждем минусовую. Я практически уверен. Но, пока мы ждем минусовую... Морой потихонечку, помаленечку обсаживает наш рассудочек. Потому что он нас проклял через радиоприемник. Давайте посмотрим же на наш рассудок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Ну, наверное, да. Наверное, он сильнее садит. Учитывая то, что я практически постоянно был на свету, я не говорил в радиоприемник сейчас. Ну, то есть звук радиоприемника же сажает рассудок. Вот. Я особо не было сейчас гост-ивентов. Я пошел с 80 или сколько там, 75%. Короче, не знаю, ладно. Так, мне нужна свечка. Значит, возьму свечку и избежать от призрака, пока он за вами охотится. Хорошо. Давай попробуем. Так, ну ладно, я не буду сейчас никакие таблетки принимать, ничего такого. Я попытаюсь таким образом все это сделать. Так, ну давай, покажи мне минус. Да ё-моё, чел, алё. А нет, все, я подумал, он уже опять вышел. Шишел-мышел. Так, либо это Диоген.
Хм. Ну, это мы, в принципе, легко узнаем. Подожди, записи... Запись в блокноте, вот оно. Я же говорю. Так, запись в блокноте. Окей, даже если бы я не вычеркивал вот это все, это может быть кто? Вот кто. Подожди, оно включало свет? Нет, выключало, по-моему, свет. Окей, но отпечатков рук не было точно. У полтергейста они всегда бы были. МП-5, ну, типа, скорее всего, нет, потому что, да, дал бы уже за столько-то взаимодействия призрачного огонька. Ну-ка, еще раз. Это было бы Мара. Ну, не знаю, не знаю, не похоже это на Мару как-то. А похоже, ладно, хорошо. Призрачный огонек — это Мара. Окей, призрачный огонек. Ну, мне показалось, что это... Хорошо, мне показалось, что это... А, то есть оно сейчас может начать охоту, в принципе, если я буду в темноте. Я понял. Так, ну тогда погнали охоту устраивать. Значит, свечку ты потушил? Можешь потушить, пожалуйста. Где тут еще свечки есть? Есть же еще какие-то места. Так, это не свечка, подожди, это не то. Это нам не надо, пока что это нам не надо. А где свечка? Есть же еще где-то свечки, свечки, свечки. Так, мне нужна свечка, мне нужна одна свечка. Всего лишь одна. Ну-ка, ага, вырубил свет. Ай-яй-яй, гоствен, страшно. Боже, боже, боже. Боже. Привет. Сломаю сейчас свет, да? Ну давай, ну вот, наконец-то Мара сделала свою способность крутую. Так, ладно, я тогда аккуратненько возьму вот эту свечку, и она сейчас может начать охоту. Поэтому задуй, пожалуйста, эту свечку. Так, я пока сгоняю на второй этаж. Возьму вот эту свечку. Она уже еще не задула, да? Возьму вот эту свечку и принесу ей вот эту еще свечку, потому что... Ну, чтоб точно она задула, да? Потому что не задует одну, ну, вторую задует. Вот, да? Да, все правильно. Давай, пожалуйста. Окей, она еще, я слышал, там в блокноте, походу, писала во втором. Итак, хорошо, что за проклятый предмет у нас? Если это кукла Вуду, ну, в принципе, окей. Если это круг, то это еще лучше. Ага, это круг. Зашибись. Ну, погнали тогда поджигать, наверное, да? Потому что, а чё? А чё бы и нет? Так, врубаю свет. Врубаю свет здесь тоже, в том числе. Так, ну-ка. О, затушила горящую свечу, это просто идеально. Так, круг зажигаем раз, зажигаем два, зажигаем три, зажигаем четыре, зажигаем пять. Погнали. Все. Теперь сваливаем от нее. Давай, иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне. Так, так, так. А может попробовать побегать от нее? Да, давай попробую побегать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а что с голосом? А что с голосом? Голос садится. А, страшно настолько, перенервничал. От нервов тоже садится? Не знаю, пора откашляться. Окей, все, откашлялся, спасибо. Ой, ох уж это мокрота. Ох уж это мокрота. Иди сюда, мокрота. Иди сюда, мокрота. Привет, мокрота. 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 Не трогай меня. Угу. Ходит-бродит. Ходит-бродит. Мне же ее это... Благовонием не надо пугать. По факту она меня увидела, да? О, привет, Мара. Как дела? Ага, 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 ага. Так, о, все, лол. Мне даже благовоние не пригодилось. Все отлично. Все здания выполнили, это Мара, и мы сваливаем. Окейушки. Ну вот, знаете, чему я вот скажу такой первый совет за этот видос будет? Типа, вот одна из таких реально очень важных вещей, чему я научился, это тому, что не нужно всегда доверять каким-то там, ну, самому себе, короче, да? Не нужно всегда, вот когда вы видите что-то подозрительное, и вы такие, о, это вот это, типа, нет. Это может быть не вот это. То есть сейчас я подумал, что это Марой. И вот скажем, ну не знаю, 500 уровней назад я бы такой, да, как это круто, я поеду, сейчас поставлю Марой и офигел бы. Но в этой игре нужно искать кучу доказательств. И то есть, скажем, вот на кошмаре, ну тоже, как бы на кошмаре, вот я бы не нашел последнюю улику, огонек, да? Я бы думал, что это Марой. Я бы мог уехать, тоже выполнить там все задания, если бы, скажем, в заданиях не было задачи во время охоты убежать от призрака. Вот. Я бы уехал и, типа, поставил Мароя. Но сейчас нет. То есть, типа, нужно реально, ну, как бы, вы исключить других призраков, поэтому нужно проверять несколько раз, всегда перепроверять и вообще все на свете делать. Вот, да. Это вот такая очень важная вещь, которой я научился в фасмофобии и которая, в принципе, скажем так, ну, применяться может за пределами фасмофобии. То есть это как такая новая черта характера, которую я обрел благодаря этой игре. Вообще, в принципе, люблю смотреть на игры, на фильмы, на любое произведение искусства. Не просто как на там развлечении и все такое, а вот подчеркивать из них что-то и пытаться понять, чему они могут меня научить. Вот, такие пироги. Так, дай мне знак, дай мне знак. Это музыкальная шкатулка? А, подожди, блин, я опять когда бубню и ничего не слышу, но он где-то здесь что-то сейчас киданул. Так, ну-ка, где-то он здесь что-то киданул, судя по всему, да? Или это было в ванне? Ну-ка, нет? Дай мне знак. Не-не-не, где-то здесь. Вот звуки, звуки. Привет. Как дела?
Так, ладно, делай свой гостевент. Не знаю, где он что кинул, но гостевент тут опять сделал, и, блин, прям на 100% это не тень. Ну, хотя вот, не знаю насчет тени, ну ладно. В этом случае я вычеркну. Но потом, если что, я вдруг, может быть, задумаю. Хотя, ладно, не буду вычеркивать, а то получится как с Джином там в одном из видосов, где я вычеркнул Джина почему-то, а потом думал, а почему он у меня вычеркнул, в итоге выбрал не Джина, а это оказался Джин, когда все доказательства были на Джина. Но я почему-то возмущался из-за того, что я его вычеркнул, значит, я его не зря вычеркнул, наверное. Наверное, были доказательства. Сколько тебе лет? Дай мне знак, как тебя зовут. Точнее, ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Я думаю, мне нужно принести термометр, потому что... Потому что я хочу проверить точно, где призрак находится. Потому что я не уверен. Здесь много очень комнат, ну, короче, вместе стоит, вот. И я заодно вот термометр возьму, и как бы остальное все вот эти блокноты, не блокноты, лазерные проекторы. Что мне, кстати, по заданиям? Детектор МП, направленный микрофон и сфотографировать призрак. Ой-ой. Вот сейчас могли бы сфотографировать, да, не сфотографировали. Ладно, так, я включил свет, подожди. Подожди, случайно не вырубил ли он сам свет? Нет, это я вырубил, да. Так, окей, ага, призрак у нас не здесь. Сколько я понял. Здесь? Нет, стоп. Ага, потрогал вот эту дверь. Подожди, интересно. Сколько МП? Ага. Отпечатки? Отпечатков я не вижу. Отпечатки вообще, кстати, вот тоже такой совет. Очень часто многие... Я сейчас просто проверил с двух сторон, потому что у меня немного вылетело с головы. Отпечатки вроде как всегда спавнятся на, ну, с одной стороны двери. То есть, ну, типа то, что вы чекаете вот так одну сторону двери, потом открываете, чекаете вторую, это вам ничего не даст. Отпечатки всегда... То есть, например, на этой двери отпечатки 100% не заспавнятся вот здесь. Да, то есть... И на этой, я так понимаю, тоже. Да, да. То есть, со входной стороны двери они всегда спавнятся. Где ты? Подожди. Неужели в это... Ой, минусовая, у кого? У кого минусовая? А кто такой? Вот такой, а? Кто это? Такой, вот такой. Вот такой всяк. Ай-яй, это не они, ай-яй. Ай, привет. Ага, да. Ой, не то. Так, сколько тебе лет? Дай мне знак. Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Сколько тебе лет? Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Так, опа. Подожди, где? Сколько тебе лет? Дай мне знак. Покажи себя. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Покажи себя. Так, ладно. Подожди. Это не они. Это не отпечатки. Меня радует это, потому что это не может быть демон. Это не морой, потому что нету радиоприемника. Ну и, в принципе, соответственно, не вот эти. Окей. Лазерного проектора я пока что тоже не вижу. Мне кажется почему-то, что это опять ебучая запись в блокноте будут. Ревенант тень. Но поскольку это не тень, я думаю, что это ревенант. Окей. Может быть, ревенант, либо Юрей. У Юрея что? У Юрея МП5? Нет, у Юрея лазерный проектор и призрачный огонек. Вот призрачный огонек я еще не чекнул. Так, вырубил свет. Ага. Вырубил свет, соответственно, не Джин, хотя он и так вроде как невозможен, но на всякий случай все равно. Так, я возьму тогда вот это и направленный микрофон. Блять, направленный микрофон надо брать. Надо брать и фотик, и направленный микрофон, и все на свете, и вообще... А, подожди, мы легко ее сфоткаем с помощью шкатулки. Точно, во, идеально. Так, бемс. Интересно, какой у меня рассудок сейчас. Ну, я возьму еще благовоний и направленный микрофон. Вот. Так, значит, бамс, пойдем. Врубать свет. Так, хорошо, что свет у нас в подвале. Ой, точнее, в этом, в гараже. Так, это не МП5. Нет, это МП2. Ну, еще раз, вот, отпечатки нету. И тут тоже нету. Так, ну ладно, пускай он пошепчет нам немножко, типа, да. Этого. Кидается агрессивно. Так, подожди, я бы перенес фотик туда. Точно так же, как и благовония и всякие там вот остальные штуки. Так, опа. Ну давай, шепчи в микрофон. О, наконец-то там, хорошо, все, выполнилось задание. Ну типа, я здесь благовония положу. Я возьму, получается, фотик, музыкальную шкатулку. Так, ага, окей. Значит, подожди-ка, записи в блокноте все еще нету пока что, да? Пока что. Снова гоствин. Ну ладно, отсаживаю мне рассудок, пофиг, в принципе. Бамс. Такс. Ну, давай, короче, давай, все-таки нет, я благовоние все-таки сюда перенесу еще. Окей, я начну отсюда, потому что оно, наверное, где-то близко. Это не ревенант. Ага, это не ревенант. Так, ну отпечатков не было точно.
Иди сюда. Зачем, не знаю. Иди сюда. Тень? Может быть, кстати, и тень, потому что, ну, в итоге. Ну, хотя, блядь, ну, Госту Винта наделала. Просто очень странно, что она так долго не начинает охоту. Хотя, по сути, может быть, не знаю, записи в блокноте пока что нет. Я, конечно, охуенный чел, блядь, прямо во время охоты иду чекать записи в блокноте. Иди сюда, ну. Привет. Привет, посторожися. Я же тебя сфоткал, да? Вроде бы сфоткал. Дай посмотрю. Сфоткал, да. Угу. Все, охота закончилась. Не знаю. Пока что у нас, по сути, блядь, минусовая всего лишь. Так, окей. Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Так, подожди, ну-ка, еще раз. Он тут что-то швыряется. МП4. Нет, это Гостувин. Это из-за Гостувента МП4. Я сиранул. Вот сейчас я реально обосрал все. Угу. Хорошо. Значит, радиоприемник. Вот уж не началось, да? Радиоприемника нет. МП5 вроде тоже нет. Ну, типа тень, призрачный огонек у Юрея. Ага, вот надо чекнуть призрачный огонек. Да, надо чекнуть призрачный огонек. Но у Юрея еще и лазерный проект. Блять, в итоге что ли тень? Прикольно будет, да? Потому что... Ну, типа, как я и сказал в прошлой игре, то, что вот вам может показаться, что 100% вот... Ну, в данном случае, конечно, есть такой нюанс маленький. Тень, по факту, сейчас поломанная, да? То есть она... То, что сейчас она сделала в начале игры, если это в итоге окажется тень, она не может начинать Ghost Event, когда у тебя 100% рассудка. Это очень маленький шанс того, что она начнет Ghost Event. Вот. И получается... Но сейчас тень, как бы, она очень странно себя ведет. То есть после последних обновлений она, ну, не похожа по поведению на тень. Так что, так, я заблаговоняю, пожалуй, это все. Ты же все еще здесь, да? Надеюсь. Угу. Так, ну окей, давай я чекну призрачный огонек. Может быть, он все-таки появится или не появится, не знаю. Ну-ка, но я его не вижу. Я не вижу никакого призрачного огонька. Да, получается реально тень. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Это достаточно сложный призрак. Вообще не было похоже на тень. Вот реально. Но опять-таки, как я в начале игры вычеркнул ее, а потом вернул обратно, потому что она сейчас... Ну, блядь, типа не совсем этого того. Не совсем работает так, как надо. Так как, ну, ее поведение, по сути, должно быть. Но огонька нет, я не вижу призрачного никакого. Окей, здесь тоже не вижу. Да. Приветики. Это Гостувент, не очкую. Давай-ка вот как. Как? Давай смотри. Я сейчас, вероятно, на... Скольки? На 0% рассудка. Потому что много Гостувентов было, все на свете было, я еще музыкальную шкатулку. Я сейчас приму две таблетки, соответственно, мой рассудок будет на 50%. Если он начнет сейчас охоту, оно, то это Юрей. Если не начнет, то тень. Потому что тень может охотиться только с 35% рассудка. Вот. И улику она мне не дает. Последнюю. Да. Ничего я не вижу. Ни лазерный проектор, ничего. Ну, не знаю. Так, ты же все еще здесь, да? Да. Ну, окей. Неужто реально тень? Так, подожди, вырублю свет. О, огонек. Это Юрей. Окей, это Юрей. Он сейчас, кстати, может начать охоту. Наконец-то мы увидели этот дурацкий огонек. Так, хорошо. Но если, в принципе, не вычеркивать, то есть, может быть, это радиоприемник. Это точно их Анту. Типа, блядь, Андрео. Ну, Андрео радиоприемник. Его не было. У Юрея лазерный проектор, с другой стороны, его тоже не было. Ладно, ладно, я не буду спешить. Я не буду спешить, я никуда не спешу. Так, ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый, ты молодой. Сколько тебе лет? Окей, дай мне знак. Ты старый, ты молодой, сколько тебе лет? Дай мне знак. Я думаю, что это все-таки ебучий Юрей. Просто я слепой и не вижу его лазерного проектора. Ну не знаю, ну не знаю. Ну да, 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 да. Думаю, что Юрей все-таки. Ага, да. Поехали с Юреем, короче. Прав я буду или не прав, в любом случае нас ждет последняя, еще одна игра на Эджфилде. И на самой безумной сложности вообще, которая только есть в этой игре. Это был Юрей. Окейушки. Долгая игра была, но, в общем, прикольная. Итак, Эджфилд. Я выбираю шаблон
Апокалипсис 3, 24x, да, окей. Ну, короче, мне, походу, как бы этого того трындец, да. Угу. Но у меня есть, в принципе, план, капкан. Значит, поехали начать. Итак, значится, я открываю дверь, я беру все благовония, я потихонечку, помаленечку двигаюсь еле-еле к вот этой двери. Вот за это я и не люблю вот эту сложность, потому что, ну, это реально жестко, это долго. Так, какие у меня задания? Зажечь благовоние, датчик движения и детектор ЭМП. Угу. Ну, типа, я возьму детектор ЭМП, да, я возьму датчик движения и еще одно вот это благовоние. Так, угу. Я бы взял еще и какой-нибудь лазерный проектор, чтобы у меня было освещение какое-никакое. Так, ага, это я не могу поставить пока что там, окей. Так, ну давай, возьму я лазерный проект. Два лазерных проектора даже. Такс, 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 такс. Такс, 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 такс. Такс, 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 такс. Ага. Бамс. Подожди, я возьму благовоние. Ну окей, что, погнали? Типа, надеюсь, что оно только не прямо здесь, типа, заспавнится. Так. Я, по сути, нигде не могу прятаться. Поэтому, типа... А! Ага. Угу. Оно было прямо здесь. Оно было прямо здесь. Я думал взять... распятие, но я не... Вот вам, блядь, и апокалипсис 23. Не знаю, поставлю банши, потому что хз просто. Просто банши, и все. Ага. Изи, блядь. Ну, ладно, объясню, почему банши. Ну, это мог быть еще и Мираж и Фантом, и, по сути, это мог быть кто угодно. Просто так совпало, что комната призрака здесь. Но я поставил банши, потому что, пока я перетаскивал вещи, она любит преследовать игрока. И банши, в принципе, я, ну, единственная первая мысль в голове, то, что это банши, которая переместилась, пришла ко мне, и сразу же в этой первой комнате начала охоту. Я об этом еще думал во время загрузки, что если это банши будет какая-нибудь, то мне пизда. Вот. Ну, впрочем-то, вот, пожалуйста. Ладно. Ну, как бы, блядь, ну, типа, ну, ё-моё. Когда-нибудь я попробую это 24 челлендж, когда мне хватит терпения на вот эти вот передвижения пожилые. Либо, в принципе, я могу попробовать 24 челлендж, но только вернуть, пожалуйста, с вашего позволения 100% скорости, хотя бы даже без спринта, ну, просто 100% скорости. Вот, потому что, да, это, ну, не знаю. Но я не кайфую от этого немного. Это типа, это смешно, просто, ну, да. Вот, в общем-то, ладно, лаванда. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья. Я, получается, всех призраков угадал. Я прошел проверку. Ну, ладно. А, или нет? А, да, всех. Да, вроде бы. Да. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.